Ребята, всем привет, с вами Александр, у нас дракон недели карнавальный, кстати, не так уж давно у нас, по-моему, уже был карнавальный, короче, точно был. Да, ну, я его пока что не вывожу, это у нас эпик, кстати, ну, такой симпатичный эпик, да. Но, естественно, я вывожу Овна, потому что он нам нужен и для коллекции, для божественной акции, для прочей лабуды, по-моему, он нам нужен там. Для чего? Для Афродиты, да, по-моему, или где там нужен? Вот это Овен, да, у нас здесь, да. Потому, естественно, все силы у меня брошены на выведение именно его. Ну, комбинация, вот такой банан плюс сфинкс, да. Так, и сегодня у нас, ребятки, есть новенький дракончик. Кстати, мне его не хватало для какой-то коллекции, у меня рубинов было миллион, а изумруд, вот у меня только первый получился. Давайте мы его разместим. Давайте вот сюда. Вот, коллекции мне дадут 10 кристаллов. Ха-ха. Высоковольтные драконы. То есть это драконы с энергией. Ну, к сожалению. Ну, у себя можете посмотреть, какие здесь драконы сюда входят, потому что у меня оно не отображается на эмуляторе. Да, вот такой вот у нас дракончик. Коллекционер. О, вот здесь наших алмазиков нам дали. Так. Делаем скриншотик. Давайте смотрим на его показатель. Эпик 65, зелень, энергия, земля. Зелень, энергия, земля, да. Так, о, кстати, давайте прочитаем. Дракон изумруд иногда ведет себя как сноб. Он подшучивает над драконом рубином, говоря, что когда появляется на рынке, то рубины падают в цене. Изумруд. Ну, понятно, это, короче, драгоценные драконы между собой так любят поиграть. Давайте мы сейчас его покормим. Ну, у нас тут задание, естественно, кормление пищи. Поэтому давайте я, наверное, буду его потом подкармливать. Посмотрим, сколько нам. Что я хотел посмотреть? А, не знаю, ничего не хотел посмотреть. Давайте глянем сейчас на дракона рубина. Ну, это такие драконы, знаете, неприкольные. То есть разработчики вот фигней страдает. Вот у меня два рубина. Ну, брать один и тот же дракон и перекрашивать его в другой цвет, это не знаю, это тупость какая-то, как по мне. Зачем в игре, сколько там драконов? Там уже почти скоро 600 драконов будет. Зачем рисовать одних и тех же драконов? Ну, то же самое там со многими драконами, да. Они вот являются копией друг друга. Только там немножко в другой раскраске. Зачем такое делать, не знаю. Неужто ли так тяжело просто придумать новых драконов? Тем более, как бы, у кого есть полная коллекция всех драконов, мне интересно. Так, давайте пойдем к акции. У нас сегодня появилась переполненная ясли. Я туда, ну, только подключился. По поводу сокровищниц природы. Ну, я уже постил в сообществе, что я это дело получил. Ну, в принципе, за завтрашний день я это все выполню, мне останется в запасе почти 2 дня, так что вообще как-то изи. Ну, это я, наверное, первый раз вообще прохожу эту акцию до конца, а может и нет. Ну, как-то так пошло по таймеру играю. Но, блин, я надеялся просто, что мы сможем такие собрать здесь дракона божественного Зевса, но что-то так мне кажется, что вряд ли. Ну, а, давайте вот так. Ну, идем дальше. Скоро у нас будет сотка. 9 из 300. Ребята, я открыл уже 100 сундуков, и мне только 9 карточек попалось. Ну, это печалька. Печалька. Открываем. Еще открываем. Идем дальше. 38 сундуков осталось. Так редко попадаются. Блин, я вообще не знаю. Как вообще собрать этого дракона-то, ё-моё. Ну, может повезти, попасться, типа, там прям 100 карточек за раз, но это же как бы... с таким же успехом можно выиграть в лотерею. Так, жаль, что отсюда нельзя посмотреть, что это за карточка. Ну, нет. Мы насобираем всякую лабуду, как обычно, да, а нужного дракона не насобираем. Ну, хоть, не знаю, что-то золото, типа, насыпает, но... Ладно, без золота мы как-то так и сами бы справились.
Так, вот эти когти, когти. 10 карточек из 300. Фу, блин, ну, ё-май, ну хоть бы там сотня выпала. Их же потом все равно фиг где возьмешь. Не хватит одной карточки, и как бы ничего не сделаешь. 11. За 132 сундука мне... О-о-о, 3 штуки выпало, да? Вот так. И еще. То есть это получается 135 я уже открыл. А считают, все правильно. Уже 36 здесь. Все, закончились. Ну и даже покупать это нереально. С 1500 кристаллов 20 за 175. 175 вообще тебе ничего не гарантирует. Я открыл уже он 136 и ничего не собрал полезного. Да, такие, короче, печальные какие-то дела. А что тут по специальное предложение? Карнавальный. Ничего, короче, интересного. Ничего интересного, да? Ну, участвуем в акции, ребятки. Также у меня вот там выводится новый дракон. Я там запостил вопрос на вкладку сообщества. Да, что это у меня вот за дракон такой получается? Больше одного дня это все дело занимало. Не знаю, это новый, не новый, есть у меня такой дракон или нет, я сам даже не знаю. Ну, будем стараться, ребятки. Будем стараться выводить. Так, у меня кто здесь? Тор. Тор болтается. Так, Исида. И Тор. Тор. Ну да, он мне не очень прикольный по стихиям. Эх, хотелось бы одного из либо Зевса, либо Афродиту. Будем стараться. Будем стараться, ребятки. Так, 100 миллионов, 15,7. Также вы мне ответили по поводу хранилища драконов, да, вот здание. Пансионата, точнее, драконов, да, что туда влазит, сколько, по-моему, 5 ячеек бесплатно, дальше нужно покупать за деньги, ну, то есть за монетки, то есть это нормально. Но, к сожалению, да, как я и догадывался, что драконы, которые находятся в пансионате, они денег не приносят. То есть это так чисто хранилище. В общем-то, оно бесполезное. Только в случае, когда ты делаешь какие-то перемещения драконов. Но смысла вообще, конечно, нет. Поскольку я перестройкой базы занимаюсь крайне редко. А точнее, ни разу я ее не перестраивал. Феликс один раз перестраивал в том виде, в котором у меня находятся сейчас острова. Это спасибо Феликсу. Феликс это все перестроил. Да, а я только так могу по мелочам тут что-то поменять. Просто у меня на это времени нет. Это довольно длительный процесс, да, если нужно перемещать много жилищ драконов между собой, между разными островами. Также, что у нас? В общем-то, давайте вот этого продадим. Давайте его продадим. Он нам не нужен. Потому что у меня уже здесь вот дракон шипик бегает. Колючка, точнее, дракон колючка. Это мой не первый дракон колючка. Блин, я забыл прочитать. Я хотел же прочитать рубин. Что написано про рубин? Дракон рубин. Дракон рубин очень тщеславен и требует ежедневного планирования полировать драгоценные камни у себя на спине, чтобы они сильнее сияли на солнышке. Вот такие вот, короче, дела. Я думал, может, что-то там общее будет с изумрудом, но про изумруд ничего не сказал. Да. Так. И пойдем на колдовскую. Нас опять немножко отбросили. 987. Ух ты. Лучший защитник. Ну, давайте сейчас попробуем вернуть себе место в 1000. Ну, с 1000 выкидает быстро, да? А вот дальше, в принципе, не особо. Так, у меня там стоит листик, самый слабенький сейчас мой. Лучший защитник 53 на все звезды нам подходит. Правда, я сейчас без випа. Ух ты, прикольный дракон, самолетик. Ух ты, это я его так дразню? Или он сам дразнится? Но дракон прикольный, так. На все звезды. А почему у меня щита нет? Так, я вообще завалю его. Да, завалил, но он 30% у меня точно снял.
Сульфур, или как этого дракона назвали? Как-то так, похоже, знаете. Так, 53-й на все звезды, такой же, как мой, но давайте его пробьем. Гарантированно уничтожим его. 45-й. Прекрасный дракончик, черная дыра. Уничтожаем. Ну и здесь тоже так, просто уничтожаем. Изумруд, кстати, был. Тан-та-дам! Тринадцать, да. Ну, на самом, кто-то мне писал, мне попалось было раз, там, два целых осколка, хорошие, хорошие и отличные, по-моему, легендарные. И они попадаются очень редко, у меня так же само. То просто был удачный момент. Они у всех попадаются редко. Минус 17. Это вообще, берем дракона Миху. Металл. Металл, блин, он 57 уровня, но он такой слабый. Это просто капец. Это просто капец, ребята. Какой он слабый. Щит. И погнали. Так, дракон удача, который является тоже копией дракона рысь, только в другой раскраске. Слишком много одинаковых драконов. Так, это денежный очень дракон. Много денежек приносит. Джунгли. Грибочек. И 53-й. За один удар. Неплохо. Так, лучший защитник вообще шикарно. Сейчас мы туда и пойдем. Кого я взял? Кого я взял? Пустоты давайте наберем. Нам, думаю, больше ничего не понадобится, кроме пустоты. Ну, погнали. Ого, 22-й. Сороковый. Легко все. 49-й тоже легко. Выжил. Дымок наш. 30-й ветерок. Вообще такие слабые у человека здесь драконы стоят. Эрмундгант, или как там его зовут. Всемирный змей, короче. И вот 50-й. Ну вот, на тебе. Вообще легкотня. Так, ну и вообще по изичу берем трабла и просто всех тут уничтожаем. Лучший защитник 53-й на все звездочки. Но это на один уровень мощнее всего лишь, чем мой. 54-й. Золотой ворон. 52-й на все звезды. Ну давай. И это был даже не легендарный. А, вот 53-й. Но опять же, он тоже не легендарный. Но выжил. Да, даже прям самоуничтожение произошло. Так, ну вот так вот это, давай, вот это будем использовать. И вот и все.
Вот, нормально, 1050 очков. Такое у меня бывает редко, ребятки. Ну, вроде как все. Так, что у нас там? Подождите, клановое событие какое-то началось, нет? О, началось уже, ё-моё. Ё-моё, началось. Блин, а я тут сколько всего делаю. Блин, на битве на арене пропустил. Это мне не надо. Завоевать два рудника на карте. Давайте еще, ребятки, рудничок завоюем. Нападем. Отлично. Коралл выжил, но ненадолго. Так, кто еще хочет быть завоеванным? Вот ты хочешь. Туду-туду. Так, задание выполнено. На арене. Это нет. Ну, вот так вот. Так, что я еще могу завоевать у себя? Клубничку могу сделать. Клубничка мне не надо. Что, надо попросить помощи? У меня есть вот эта штука. Вот так вот. Отлично. Остальное помогу как-нибудь попозже, пока сам насобираю. Да, что-то я... Акция-то уже идет. Так что, ребятки, давайте активно включаемся. Нужно занять достойное место. А на этом все. До скорых встреч.